Саша, утка. Че, нам надо эту карту мыть? Да. Просят здесь дело, давай сделаем. Которая принадлежит мормонам. Это все их церкви. Вот, например, мормонская белка. Там ближний поставлен. Белка. У нас есть хлеб. Хочешь? Мормоны — это те, которые в Омске в белых рубашечках, англичане, американцы, говорят: «Здравствуйте, как у вас дела? Мы хотим вас научить английскому языку». А потом бабах, и ты мормон. Это тоже церковь. Ну или здание принадлежащее церкви. Это Джозеф Смит и Эмма Смит. Похоже, первые мормоны. В 1840-х годах они там начали в Нью-Йорке делать свою секту мормонов. И сделали неплохо. Типа маленькую. Как тебе в гостях у мормонов? Тебе ссыпать статью? Видели сейчас двоих. Приветливый такие, он сзади тебя тоже, из Австралии. Нам уже подошли, ну нет, не подошли, навстречу шли. Девчонки улыбаются, приветливые такие. Руками машут. Так рад нас видеть. Как сирены встретили героя на острове. Стоят, ты к ним заплываешь, и все, и половину армии забирают. Главная их церковь на ремонте, все закрыто. Ну, в целом-то, кстати, только девчонки, пока пацанов не видно было. Можно понять, например, они же пропагандируют целомудренный образ жизни. Они, значит... И моногами. Нет. Нет? Сейчас уже забыли. Поли. В 1800 каком-то году запретили полигамию. Вот. Сейчас все, типа, семейные ценности, связь поколений и все такое. Дошли до парка Йеллоустоуна и доехали, а уже хайкаем в гору, уже устали. Саша с утяжелителя. Я не утяжелитель. Яблочки завалили весь сад. Такой домик.
что ли? Штаты Юта. Сначала поднимемся по этим ступенькам, потом посмотрим, что там. Капитолия, вид открывается такой. Там не видно, но там тоже горы. Там... И там гора. Капитолисом на горе, с Капитолием гора, справа гора, слева гора, еще падает здесь какой-то. Это очень важно.